Старт очень простой. Сюда стартанули. Пошлите, пройдемся, покажу его. Так это такая же, как предыдущая почти. Почти, да. Похожие места. Я снимал видео про это, про мой УАЗик, помнишь? Нет. Где Скорпион, Спрут и я. У тебя был УАЗик? Да. Саня, как начинал? Так, идем посмотрим. Тут нормальная дорога? Что тебе дать? Руку? Воды. Так, что-то тут какой-то лайт опять. Говорит, понадобится эвакуация вон. А вот уже стоит. А, вот тут уже? А, вон стоит эвакуация вдалеке. Да. А ты на чем едешь? На седане. Так бежать будешь? Так, ну тут все просто, да? Ну почти. Да? А, ну то я помню. Так, ну тут просто все. Поэтому все аккуратно смотрим, вешку сбили, сами будете понимать, что можете туда перевернуться. Здесь начинается красота. Видишь? Вообще вот этого не было проезда, было только здесь. Да, да, это уже вы знаете кто и зачем накопали. Но у вас вот заезд. По сути, давайте так, я сейчас возьму ленточку. Здесь надо ограничение. Да, я эту ленточку ставлю здесь, вот сюда мы не заезжаем. У нас ориентир только прямо сюда. Справа мы ехать нельзя. Давай наденем ленточку, по-любому не заплывем. Левее мог. Да, левее, пожалуйста. Да, право нельзя. Вот это вот натянем сейчас, по-моему. Сейчас человек посмотрит, куда ехать. Можешь, да? Сейчас я ленточку приеду. Что, не проедем мы, Леш? Там для вот... О, это нормальный спецучасток первый за день. Что там, твердо, да? Там где трава, да. Короче, запомнили по траве ехать. Только трава не везде, да? Ну, в общем, нормально. Нормальный будет спецучасток сейчас. Что там, твердо? Ого! Девятнадцать. Нормально, проедешь как раз, разровняют уже. Спишь покупаться? Не, до дома уже там маршрутка. Что там у нас? Русик, а ты тоже катаешься? Да, да, я тоже иногда. У меня пилот уехал, ну смотри. Десятый. Десятый номер. Как раз уже трасса подготовленная в середине. Давай я. Так, тащу. Первые три. Первые три. Да? Претенденты на победу? Да. Можно и так сказать. Там шашлык жарить, я голодный. Серега, скоро танцы, не очкуй, все уже по плану идет. 13-й. Подожди, подожди. 13-й? Да. Еще раз тяни. Я разровняю, проскочишь. Первый поехал. Пока. Его тут не сильно видно как-то, да, Димон? Ой, Димон, да, Игоречек? Где он? Застрял уже, да? Уже застрял. Я знаю, какие машины могут проехать там. Их немного. Что-то застрял парень наш. Очень известный джипер. Ох, елки. А чё он право поехал? Вот такая картина образовалась. Обманчивый старт легкий, да? Своей задней лебедкой. Так, что-то порвалось. Гнилой кевлар порвался. Ну что, ты проедешь, Саня, или? Посмотрим. Сейчас узнаем. Ну ты там, в общем, зачете в лидерах, наверное, где-то, или нет?
Не, я быстро не еду. Натягивай. Ну, стабильность главное, тут да, быстрота не главное. Иномарка дорогая, да? Тебе на Шевроле Ниву, мне кажется, брать. Нравится тебе Шевроле Нива? Нет. А песня про нее какая красивая. Бипа бом Шевроле Нива, самая козырная васяцкая машина. Бипа бипа бом Шевроле Нива, подходящая тачка для реального маффина. На моей Ниве просто жизнь малина. По району я на ней качу лениво. Ступицу качается буфер не сильно. Ванцы с динамиков мазня просто дива. Спину расслабляет красотка Марвин Абиниман. Поливай драгома пином, билет асфальт, четыре колеса Нивы. Я расслаблен и на гаше давлю полсилы. Кинес даба мне приз за лучшее висло. Меня мозги нагребает, чихаю себя не кисло. На заднем сиденье москит на брат бомбина. Как бомба качает рессоры, любит свою бибу. Все ближе и ближе, море берег синий. Ямайской музыкой мы разрываем тишину. Бестижи слышно нас даже в отдаленных уголках городка. Угрюмые засранцы глядят на нас из Гамбелька. Бип-па-бип-па-бом, Шевроле Нива. Самая коза козырная васяцкая машина. Бипа-бипа-бом, Шевроле Нива. Подходящая тачка для реального маффина. Бипа-бипа-бом, Шевроле Нива. Самая козырная васяцкая машина. Димон, как ты застрял, скажи? Почему первая порвалась? Сбросила, да, тут облегченная, все вообще. Ты взвешивал, сколько весит она? Тонна 400. Новый кивар, да что вы говорите? Тонна 400. Вы не только умеете кевлары рвать, вам и ленточка уже не угодила. Кто уже видно, видно. Спроси, он помнит, где лента, чтобы он же не объехал, блин. Все, давай, братанчик, вперед! Вроде же и машина неплохая. Да, пилот тяжелый, ты видел его на бок понял? Не, он такой викинг настоящий. Да. О, пошел! О, нормально. Под лентой, да? Пошли, все, кино туда. Давай быстрей. Хорошо, вот недалеко бежать. Тихо, тихо, тихо. Разойдитесь, он не проедет, он проедет сейчас, он проедет, я верю в него. Чуть не проехал, блин. Не, это не Нива, не Нива. Только что владелец Рубикона такой в душе, он понял, что правильный выбор сделал. Сматуй, 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 уже сматуй. Сматуй, сматуй. На блок. Так это же ваш этот соперник, что вы ему подсказываете. Вы наоборот говорите, не мотай, стой. А размотай, да, и тут и так. Задний ход сдавай, дверь открой. Да не, он хочет поучаствовать хотя бы, чтобы успеть до темноты, да, Игорь? У него меркантильные цели. Я спереди ступу, Игорь, просто хочет бухануть там, водка в холодильнике. Аккуратно, что-то шли от стропы. Олег, вот так держи ему, чтобы вверх он лебедился. Отойдите с тропы, если кто не хочет уйти на ту сторону. Валер, отойдите вдвоем через сторону. Отходи, отходи, отходи. Аккуратно. А я не хочу с ним отходить. Ну извини, Валер. Друзья, онлайн может выключиться в любой момент. Все. 5%. Из-за перегрева не идет зарядка. Да, интересно. Я 10-й, тут уже подготовят мне трассу. Но это объективно будет. С почином, ура! С почином! Придется монтировать.
да, уже интересный участок. С него надо было и начинать, да? Ну это ж на концу. И дальше еще интереснее. Еще дальше будем ехать. Причем надо было вот так делать. Ну, вот, вдоль, да. Вдоль. Вообще надо было. А можно за лентой вообще взять? А можно туда было бы не ездить, а сразу Олегу давать грамоту? Нет. Чтобы операторы не видели, вот там где-то. Раз. У нас есть отдельно для Олега, я думал, еще трасса будет. Вот там возле дерева я ее не прокладывал. Вот туда до кустов. Там мы вообще. Можем взять нормальную машину. Там просто пуль. Почухами. Почухами вот тут лопатку, пожалуйста. Ой, кто на голову льет, кто лопатку чешет. Кто там? Серьезный кто-то, да? У этого лучше получилось. Кто это, Игорь или? Это серьезный пилот. Этот ходом будет брать. Игорь, отойди, он ходом будет брать. Это реальный пилот. Чуть не проехал. Не понимаю, зачем. Еще. Ветер. Защитку. Ветер дай. Еще дергай. Давай. Хорош, хорош. Поехали. Давай, давай, давай. Утешительно идем. Да не, ну это... Отходим в сторону, так в сторону. Это заявка. Тяжеловато как-то. Идет лебедка. Вова пошел в разведку. Что там, Вова? Запомнил дорогу? Тихо, сейчас самый жесткий едет, да? Новая тачка на обкатке. Он еще не привык к ней, может... Это просто чудо. Чудо в салоне или чудо машина. Персен, все. Персен пока можно не пить, пока на обкатке, да? Так, поехал. Поехал самый жесткий. На самой подготовленной машине. Ну да. Такой красивой машины у него еще не было, да? Да, покрасил. Ой, все, тикай. Тикай, пацан, не мешай. Мы, конечно, приедем. То чудо просто. А вот как у него... Так, тут работа штурманов.
Що не бачиш? Клеймо, клеймо, не бачиш? Це легендарна наша. Розмотали. Там ми маємо машину, нам собі не передає. Хорош! Хорош! Все пару метрів от траса. Ні-ні-ні, хорош, мотай, намотай. А? Ох, и готовят трассу людям. Дует. Да. 2.03. Молодцы. Лучше? Пока да. 2.03. Лучшее пока время.